Чики-пони лим-пам-пони. Всем хай. Мир труд май. Сегодня я подумала, что давно мы не собирали факты и гличи в GTA 5. А прошлое мое видео было скорее всего в прошлой жизни на берегах Бразилии. Поэтому вы, наверное, меня и не помните. Ну так вот. Сегодня рассмотрим пару любопытных деталей и фактов. Бордюрки могут быть очень полезными при разгоне машины. Если срулить на бордюрку, то можно разогнать колеса вашего автомобиля до более быстрой скорости, чем если рулить по дороге. В прологе есть один молодой заложник, который, несмотря на всю сложность ситуации, возможно, все же дотянулся до кнопки вызова полиции. Вот этот жест руки этого парня может говорить об этом. Все знают, что пиджак Биг Смоука немного замедляет носящего из-за несходства сего по размеру. Есть фича, чтобы данный дефект устранить. Нужно заставить машину вылить бензин, поджечь его выстрелом, сесть в нее, затем сменить персонажа. Затем, когда мы переключаемся назад, уже все в порядке, теперь это XXL размер. Грустные неиспользуемые диалоги на миссии ЧОП. Скорее всего, подразумевалось, что ЧОП мог покинуть вечеринку раньше времени, если вы понимаете, о чем я. Для успешного прохождения миссии «Затруднения» в GTA 5 на ПК вам необходимо пробраться в дом Майкла и угнать у его сына внедорожник. Однако тут есть редкие неиспользуемые фразы, которые должен говорить Майкл, если увидит Фрэнка. And who might you be? Hey, I told Tracy boys could come in the front door. What are you doing back here? Serenading my daughter? No pool party in this yard, kid. На карте GTA есть подозрительное стекло, которое показывает немного искривленный мир Лос-Сантоса и без неба. Как говорится, what the fuck, я молодой тупак. Хотя солнце в него все же видно немного. Кстати, про нашего большего общего друга, любителя поджарить пару миллионов цыпочек летом, тоже есть интересная деталь. Дело в том, что разные персы видят солнце по-разному. Вот для сравнения вид от лица Майкла, Франклина, Тревора и Трейси. На миссии турбулентность, если постараться и провалить задание, например, слегка потрепав машину ракетой, можно будет услышать редкий диалог между Тревором и Роном. You remember before we met? Oh, only too keenly. Straight edge divorcee hiding from the world. You could barely light your own crank pipe. I didn't want to. I mean, I was naturally suspicious of amphetamines. Only after your persuasion. Forceful. Persuasion. Did I see the power as an aid for concentration and deep thought? If I had moved next door, I'd have likely put a gun in my mouth. It ain't pretty, but it's true. Whoa, downer, Ron. Jesus, the world has me to thank for your conspiracy theories. Оказывается, добродушный псих Тревор когда-то спас Рону жизнь. Оружие Combat POV может в один момент потерять все накопленные сбережения в виде улучшений на этом оружии, если переключиться между перчиками. Это все для первой серии. Если вы живой человек и досмотрели до конца, большое спасибо и поздравляю вам с 8 марта. Или любым другим праздником, который вы празднуете в день просмотра. Пока!